Всем снова привет, с вами как всегда я Дезертир, и как всегда буду воевать для вас. Ну так что ж, давайте поедем, поплывем, побежим. Одним словом, помчимся на полном ветре к вот тому форту и расфигачим его к чертям. Решил попутно выполнять опять... Ого, добыча! Удивительно, да? Решил попутно выполнять некоторые задания все-таки... для улучшения корабля, ну и для открытия карты, потому что я считаю, что это довольно полезно. Правда, я не посмотрел еще одну вещь. Что-то как-то карта долго прогружалась. Есть ли здесь еще где-либо флот? Не флот, а крепость. Ну, видимо, нету. Так, давайте посмотрим, что у нас вот там. Такие фрезы-то. Не было только что. Так, мы видим, что у нас атакуют. Давайте чуть-чуть ускоримся, чтобы по нам особо не попали. Спустите все, кроме гротов! И начинаем обстрел. Дрови, ноги давай. Абсолютно все мимо. Окей. Прикипаемся. На такой скорости кинуться нельзя, я понял. Так, насколько я знаю, пушки у нас атакуют с определенной дальности. Они нас видят, капитан! Это хорошо, наверное. Маневрируем! Хороший залп нам поможет! Блин! Все, давай! Блин! Удачная позиция! Блин! Ну да, кстати, позиция довольно действительно удачная. Осторожней, капитан! Блин! Подходящая дистанция! Почти не попадают, а вот мы попадаем. Они уязвимы здесь! Надо бить! Единственный минус у них там... Блин! У них там запасной флот еще сзади нас. Держите штурвал, сэр. И в щепки! Так, хотя мы сейчас быстро довольно много разберемся. Так. Че ты ждешь-то? Ага, проник дефорт. Видимо, это долгое сохранение такое. Эдвард аж в шоке. Гбо? Нагитовые! Я так понял, вот этот корабль на нас огрызался. Зарифит бромсили! Залп! Садите как залп, капитан! Ложим и дорога! Он сокрушен! Так, все штурвал. Капитан! Да, что, я слушаю. И давайте потихоньку сейчас развернем свой корабль. И таки захватим данный форт. Поймать ветер! Еще парусов! Все паруса отдать! Так, вот, я уже вижу даже место, где это можно сделать. Так, причалить. Нагитовы! Отлично. Топ-фалы подтянуть! Так. Давайте прямо здесь спрыгнем, что будем париться, правильно? Что у нас есть интересного? Кстати, у меня такое ощущение создается, что по причине фризов это будет довольно специфическая серия. Потому что я ее, скорее всего, просто сейчас элементарно закончу. Поэтому серия будет по захвату одного форта. Ну, я еще просто думаю, что он не захочет засмотреть серию с фризами. Пытаюсь разобраться, в чем проблема. Потому что только что я записывал предыдущую часть. Так, можно забраться наверх. Попробовать надо понять, где же все-таки наша частичка, фрагмент так называемый. Фрагмент нашли.
А, еще один фрагмент, видимо, повыше. Видимо, мы его тоже нашли. Ну и теперь нам нужно убить вот этого веселого человека. Убиваем его быстро. Тебя заодно тоже. Ну, хоть кого-то мы должны были из военных убить. Ну, вот, а теперь врываемся просто. Опять. И говорим, что тебе конец, чувак. Да, даже можешь не кивать мне головой. В глаз не повредить шкурку белки. Оу. Так, мы захватили, мы крутые, все отлично. Хотя это было как-то легко. Даже не чувствуется победного ощущения. Вот ладно. Что-то много здесь всего. О, еще один корабль. Еще один легендарный. Это интересно. Так, вот здесь остров какой-то. Флорида. Или Флорида, или Флорида. Флорида, Флорида, Флорида. Окей. Матансас. Теперечи. Это нормально. Так, нет. Чинчор. Сложно. 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 Нормально. Так, мы еще можем захватить вот этот и вот этот. Крепость Хагуа и фраг... Нет. И Наваса. Тогда у нас будет открыто все вот это. В принципе. Ну а пока давайте переместимся вот сюда вот. Надеюсь, что это будет быстро. Это действительно быстро. Поймаем ветер! Это будет такая небольшая, маленькая совсем миссия. По той причине, что... Погода не... Смотрите, там что-то на дне! Убавить лиселя! По той причине, что я очень не хочу с фризами играть и вам заодно их показывать. А так как я себе сказал, что я не буду переписывать ни одну из записей, я хочу, чтобы все шло как шло. Ой. Что-то это... Я подумал, удерживайте, чтобы выйти из колокола. Причем лоханулся немножко. Ладно, сейчас мы разберемся. У нас 7000 реалов, кстати. Надать скорости! Хотя понятия о том, что это 7000 рублей мне нравится больше. Так, колокол опускается вниз. Такая маленькая копия царь колокола. Так, здесь акулы, это опасно, ребят. Сундуки возвращены, один... А, слушайте, просто здесь один сундук, я что ли, не возвратил? И вот там фрагмент еще я вижу. А, ну понятно, просто это вот самое-самое, помните, первое место, когда мы пришли? Это вот было самое-самое... Первое место. Я не стал там особо копаться, что-то делать. Оказалось, что вот здесь вот было что сделать еще. То есть найти один фрагмент и найти один сундук. Вот как-то так. Я думал, нам сейчас придется плавать к акулам, но в итоге оказалось, что, видите, я все и так успел сделать. Все отлично. Удерживаюсь, чтобы вернуться на корабль. Я не посмотрел, просто, видимо, что я там все добыл. Что у нас еще есть поблизости похожего? Похожего, что есть. Вот здесь есть еще одна такая же штучка. 7-2 и прочее. Давайте. Давайте.
Давайте попробуем куда-нибудь поближе там переместиться, например, вот сюда. И доплыть до этого места. Потому что я хочу все-таки сделать какую-нибудь быстренькую подводную миссию. Тем более по какой-то странной причине. Вперед! На ванты, живо! Она и такие иногда нравится людям. Так, правый борт, Кэп! Там в воде добыча! Так, а у меня интересует, что этот корабль как-то... Все паруса! Чувак, неважно. Все наверх! Поднять паруса! Видимо, они просто плывут еле-еле. Так, ну а нам осталось меньше километра до цели. Давайте же доплывем и сделаем все как надо. Так. В любом случае, почему лучше, я так думаю, открывать карту? По той причине, что с открытой картой мы перемещаемся фактически сразу к месту, к цели, так сказать. И можем быстрее путешествовать. Это, наверное, плюс. Возможно, в следующей серии... Глядите, сэр! Меньше ход! Так вот, возможно, в следующей серии я буду делать одну очень такую специфическую вещь. Я постараюсь собрать с большинства островов частички Майя вот эти, да, или как они там называются. Суть вы поняли, в общем. Итак, здесь рядом акулы. Акула — это плохо. Вы это понимаете. Соответственно, от акул нам надо прятаться. Так, испытание Абстерга пройдено. Смотрите, три места кораблекрушения. Вот теперь что нам надо делать? Мне он даже пока непонятно. Каким-то образом нам надо прятаться от акул. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Неожиданно вообще, если честно. Я как-то угря даже не заметил, я про акулу так стоял, думал. Тут вдруг угрь. Так. Ох ты. Можем так ускоряться круто. Так, давайте попробуем быстрее. Быстрее. Так, прятаться. Ой-ой-ой. Нам вообще все, что ли, прям противопоказано? Так. Да ты прикалываешься. Воу-воу-воу. Акула. Фу-фу-фу. Так, стой. Тихо. Стоп, а где здесь? Еще одна. Ага, вон, вижу, вон там. Да чтоб тебя! Мама мия. Слушайте, это опасно. Стало. Было менее опасно. Я вам серьезно говорю, то есть... До вот этого момента, кстати, у нас еще и кислород постепенно кончается. Совсем становится опасно. Что же в каком-то смысле напрягает меня. Нужен кислород, причем срочно. И... Фух. Кислород мы достали. Хорошо, но и, в принципе, плохо. Да чтоб тебя. Так, где же ты расположен, зараза? Почему я тебя не вижу? Где-то здесь есть? Ага, вот она. Вот кислород. Так, спрячемся от акул. Блин, та акула меня почти достать решила.
Но я вижу, там еще сундук вроде как. Можно взаимодействовать даже. Так, один сундук я вижу. Где второй? Важно, окей. Так. Впрочем, я надеюсь, что я успею доплыть. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сейчас вот у меня может просто элементарно закончиться кислород, и мне будет очень хреново. Я постараюсь этого не допустить и все-таки доплыть до вот той хренотени. Не зря я решил себе оставить. Так, здесь где-то еще должен быть гребаный анимус. Так, сныкался от акулы. Меня здесь нет, пошла вон. Так, теперь еще. Теперь еще включаем карту и смотрим, то что мне нужно добраться сюда и сюда, а потом еще вернуться обратно. Это же вообще жесть. Ребят, вы не представляете, как это будет сложно сделать. Фу-фу-фу-фу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да чтоб тебя. Так. Просто я реально хочу вот, ну, фактически все здесь собрать по возможности. И к чертям уплыть отсюда. Вот наш нужная нам точечка, до которой я хочу добраться. Твою! Гребаные угри. У меня тем временем почти не осталось кислорода. Ох ты ж, мать, надо мной какая громадина плавает. Так, ну я надеюсь, что доплыву я более безопасным путем, более быстро и более легко на самом деле, нежели мне казалось. По крайней мере, я бы хотел, чтобы у меня это получилось. Так, акула вроде за мной плывет, но мне это пока не страшно. Все, я добрался, и я это сделал. Все, теперь мне ничего не страшно, акулы здесь меня не достанут. И это еще один пройденный полностью подводный плавание, купание, или как их там назвать. Кстати, что на этом кораблике? Тяжелые ядра. А на этом? Зажигательные. В общем, ну вот такой хорошей ноте, на мой взгляд, я думаю, и закончить. Всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. Я надеюсь, вам понравились мои подводные плавания. И всем удачи. Пока-пока.